В минувшие выходные в Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова в Твери прошел выпуск лейтенантов и слушателей. На мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. Профессия военного всегда престижна и востребована. В Академии ВКО поступают юноши и девушки, которые хотят посвятить жизнь защите воздушных рубежей нашей Родины. Здесь же проходят переподготовку и кадровые офицеры. Посмотреть на выпускников пришли родители, родные и близкие. Поздравить их пришло немало почетных гостей. Вы, товарищи офицеры, должны стать достойными продолжателями славных дел и традиций, заложенными выпускниками прошлых лет. Для этого у вас есть все. Знания, полученные в Академии, практические умения и навыки, амбициозные стремления реализовать свои потенциальные возможности и планы. Приветствие выпускникам, слушателям, руководству и преподавательскому составу Академии направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, это учебное заведение является не только гордостью Тверской области, но и одним из ведущих военных вузов России. За прошедшие годы Академия подготовила более 15 тысяч блестящих офицеров, которые внесли вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства, в создание эффективной отечественной системы воздушно-космической обороны. Убежден, что сегодняшние выпускники достойно продолжат родные традиции, будут с честью служить Родине и нашему народу. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Молодых офицеров с окончанием учебного заведения поздравил выпускник Академии 2019 года, герой России Александр Шаров. Хочу вам пожелать мужества, стойкости, холодного рассудка при выполнении своих задач. Тем, кто еще находится на пути становления личности офицера, хочу пожелать выдержки. Ключевой частью праздника стала церемония вручения дипломов. Лучшие получили не только диплом с отличием, но и медаль. После награждения состоялось традиционное прощание с боевым знаменем Академии. После официальной части состоялся плац-концерт, на котором выпускники станцевали лейтенантский вальс. В конце праздника расчеты прошли по плацу парадным маршем. Миновав трибуну с высшим командованием и руководством Академии, офицеры традиционно подбрасывали в небо монеты. По традиции, деньги, брошенные в небо, символизируют будущие звездочки на погонах и блестящую карьеру в будущем. Все эти офицеры могут быть уверены, что знания и навыки, полученные в Тверской академии ВКО, станут надежным фундаментом для их дальнейшей службы.